Тань, ты в курсе, что это такое? 41 просмотр у, типа, по МКЗ? Это что-то, может, я не то, типа, закинул себе? Ты не помнишь, не знаешь? Бля, как может быть вообще? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, получается, клипов от Тани. Реально. Ошалеть. Это я залила на YouTube. А, все тогда добро. А то я думаю, блин, с моего аккаунта. А, все, понял. А то думаю, сейчас что-нибудь включу, а там... Может, думаю, я ошибся, и что-то там сейчас, блядь, не то включу. О, рисовочка. Этот, как его... Комиксы. Этот клип вышел в 20-м, это время карантина. Прикольно. Рэпчиком разбавили. Залетел с кайфом. И у МКЗ пошли сосиски какие-то. Что за разноцветные сосиски? Прикольно слушается, такой легенький рэпчик. Бархатный такой рэпчик. Прикольно с МКЗ слушается. Может, там есть что-то... Да там 100% есть что-то не от тебя. Я просто что-то не ожидал, что так много от тебя. Там дофига, там, типа... Я из рекомендаций там что-то сам выписывал. И что-то в чате Ульяна, по-моему, кидала какие-то треки, типа. Скорее всего, остальные все не твои пойдут. Странно. Я почему-то думал, там твоих 2 или 3 клипа. Может, я потом еще добавлял какие-то. Да пофиг, что нормально, кайфуем. Я аж затанцевала, вон Софа аж затанцевала, блин.
на позитиве, но он пишет. Да я тоже говорю, пофиг. Хорошие песенки, чё такого? С кайфом. Прикольный трек. Вот его бы я даже себе закинул в плейлист. Прикольно звучит, мне нравится. Такой рэпчик нежненький такой. Мне нравится, прикольно. Та-да-та-дам.